этом комплексе. Да, но от этого места мало что осталось. Вот и хорошо, не придется долго искать. Здесь они содержали первых подопытных. Если эти твари доберутся до Вэлл первыми, сам понимаешь. Понял, иду к ней. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами атмосферное приключение Джека Карвера в первом Far Cry. Итак, нормуль у нас полный боекомплект вообще, нормуль. Так, здесь уже ученый. Итак, мы с вами пробрались, короче, в главный архив. Здесь нам нужно найти Вэлл, вот, по словам Дойла. Здесь должна быть находиться Вэлл. В смысле? Чего, бляха? Невидимка? В смысле? Дойл, я, кажется, нашел одного из твоих подопытных. Да ну нахер. Они еще и невидимые? Да вы че? Мало того, что... Тут всякие здоровяки ходят с базуками, там прыгают, которые... И т.д. и т.п. Тут еще они еще и невидимые. Жесть. Игра просто... Так, а что у него за пушка? Я не вижу. Жесть, игра просто жестит. Мало того, что мы сюда еле добрались, короче. Так, ящики здесь не открываются, окей. Ой-ё. Можно я закрою? А можно закрыть? Тихо. Ну и где ты? По-любому не видяка здесь. А вон он. За автоматом с газировкой. Я тебя смогу отсюда вот так вот замочить? Бляха. Загасил. Так, он один? Ну, походу, дело... Да херушки, он здесь один. Где еще? Так, ладно. А здесь что тогда? Здесь вообще закрыто. Окей. Непонятно, где рычит. А, понятно. Любители газировок, короче. Походу дела. Отлично. Так, у меня закончилось. Ночное видение. Фонарики ХЗ, он бесконечный или нет? Я что-то так и не понял. Тихо. Сдохни! Ты покойник, приятель. Отсоси! Так, ладно, пускай они там сражаются, я так потихонечку сейчас фонарик выключу. Просто помогай, черт возьми, мы не можем их удержать! У меня своих проблем хватает! Кусни мой зад! Так, в первую очередь убиваем трагенов, как обычно. Не получилось в первую очередь убить трагенов.
А, это Трагин. Я думал, это ученый выбежал. В скафандре. Окей. Ну-ка. Ай! Ай! Светишь, лампу убери. Так. У меня сейчас кончится видение. Хорошо. Будь осторожен. Там хватает странных вещей. О многом даже я понятия не имею. Блеха, Дойл, спасибо, что предупредил. Хотя я уже сам это понял. Дойл, как всегда, вовремя. Так. Ну, в принципе, наверное... В этом помещении зачищено. Окей. В этом помещении зачищено. Это что? Компьютер. Компьютер. Компьютеры кругом. Так, какая-то... Я не знаю, что это такое. А. Не значит туда? Здесь других дверей нет. Значит, мы сюда. Ладно. Погнали. Нехило я так. Стопэ, стопэ, стопэ. Отлично, убил. Ох ты, падла. Подкрался. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прилехал мне. Ну какой-то... Да в смысле? Он мне все жизни поснимал, короче. Всю броню и жизни. Бляха. Это плохо. Это очень плохо. Так, а что мне за... А, идите к грузовому лифту, окей. Вэлл там, что ли, ждет? Погодите, здесь есть... Здесь столько дверей. Это у нас закрыто. Здесь... Тоже закрыто. Столько дверей, но путь один. Это все прелести коридорных шутеров. А в смысле? А да ладно. Это надо так делать? Это так работает, что ли? Ха-ха, прикол. Так. Бляха, уйди! Да... Как мне тебя сдвинуть-то? Во! Во, понеслась жара! Так, плыть! Куда? Вот сюда. Отлично. Отлично! Это реакторные реакторы. Воздуха, в принципе, хватает пока. Бляха, застрял. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я слышу там наверху. У меня жизни вообще нет. Так. Да в смысле? Нет. Окей. Окей. Ага. Не по новой этих мочить. У меня сохранка прошла. Быстрей, быстрей. Ты где? Умри. Отлично. Ну, я хотя бы это. Я хотя бы это того, короче... Сэкономил немножко жизни. Так, убираем сразу дробаш, потому что там сейчас будет стандарт. Трагин стандарт сейчас будет там. Да в смысле? Стандартная версия Трагина. Почему здесь нельзя сделать сохранку? Допустим, вот когда я выплыву, да? Да в смысле я застрял? Так, ладно. Где ты, говнюк?
хера он такие там комбинации выполняет, ты видал? Видал, он как акробат. Наверное, до мутации это была обезьяна-акробат. Примат-акробат. Окей. Так, что-то включил. Что-то включил. Вот. Мне мама всегда говорила, не нажимай на большие красные кнопки. А я ухожу и нажимаю. Внимателен. Гроу направил несколько элитных отрядов в эту зону. Их цель драгины. Но они будут рады и тебя заодно уничтожить. Ага, разберемся. Ага, разберемся. Вот разбирайся. Так. Ой, ёпта! Ой, ёпта, быстрей! Фу. Есть тут кто еще? Есть кто живой? Ну ладно. Нет, так нет. Погоди, в смысле? А в смысле? Я кругаля сделал? Откуда здесь тогда взялись вот эти траги? А, я двери открыл. Вон оно что. Понятненько. Понятненько. Я открыл двери. Так, это что у нас за дверь? Куда оно ведет? Окей, лифт. Погоди. Лифт. А там что за дверь? Погоди, по-любому 100% одна из дверей должна быть выводить в самое начало. А в самом начале что лежит? Где-то броник. Где-то лежал броник. По-моему, вот здесь. Ништяк. Ништяпуля. Меня вот, добивает в играх, короче. Когда вот непонятно откуда враги. Вот их не было, знаешь, ты их перебил, да? Потом вот, там небольшой круг делаешь, возвращаешься, они зареспанились, короче. Как-то откуда-то здесь опять. Ай. Было просто по обходному пути идти и все. Окей, так, какую дверь? Вон туда мне надо. Вот сюда. Тут у нас лифт и все дела. Красненький лифт. Так, патрончики от дробаша. Неплохо, хорошо. Окей. Поехали. Вот опять, смотри, сохранка здесь. Да где кнопка-то? Сохранка здесь. Почему не сделать ее, когда это я буду подъезжать? Мантис. Следов Карвера не обнаружено. Начинаем прочесывание зон с 3 по 7. Понял вас. Локация. Отряд Мантис, доложить по выполнении. Понял. Мантис, конец связи. Просто если меня убьют, опять вот так вот ехать. Слушать там Мантиса. Взять его! Трагенов убиваем. Отряд 2, занять оборону в зоне. Вверх она не поедет. Ух ты, подло! Через решетку, мазафаки! Мазафаки! Ай-яй-яй-яй-яй! Нахер иди! Хочешь еще, да? Бляха! Сейчас я надеру тебе задницу! Вот о чем я и говорил, сейчас опять будем спускаться, короче, на лифте. Хера такие мазафакеры. Поехали. Послушай Мантиса. Это отряд Мантис. Следов Карвера не обнаружено. Начинаем прочесывание зон с 3 по 7. Понял вас. Отряд Мантис, доложить по выполнении. Понял. Мантис, конец связи. Но все равно главное в первую очередь убить Трагина, короче. Потому что они будут поопаснее. Да в смысле, куда ты прилетел-то ко мне? Он мне всю, короче, это... Занять оборону в зоне. Ай-яй-яй-яй! Иди ты нахер! Спринтер цел. Ты видал, у него маска, как спринтер цел. Не хочу я. Спасибо. Спасибо за предложение, но я обойдусь холодненьким. Все. Недолго мы с вами проходили с полным
Что это было? Ай. Все им интересно, все им интересно, что это было. Блях, еще сохранка. Я надеюсь, что здесь где-то поблизости будет. Ты ничего там не видишь? Аптечка. Так. Ай! Он с этой, короче, броней ссаной. Хочешь еще? Не надо мне больше. Вообще. Он там-то нет? Еще где-то топает. Там-то нет прохода. Че, как оттуда придут? Сколько их там? Что за... Уйди! Больше я не слышу. Нет? Больше никого нет, да? Нет, смотри. Нет, больше никого нет, да? Окей. Чувак просто танцует. Он даже когда умер на позитиве. Так, ладно. С горем пополам что-то пособирали этих. О! Ништяк. С горем пополам пособирали. Броников. И т.д. и т.п. Окей, опа. Опять склады, бляха. Опять склады. Никого больше нет. О, посмотри. Там снайпер, что ли? Ну-ка, у меня есть... О, у меня есть от снайперки патроны. Это ништяк, это хорошо. Вот снайпер из меня никудышный. Бляха, да сприцелься на него! Берегись! Граната нахер! Так, у меня сейчас закончится. Надо, чтобы подзарядилось немножко. Чё они все головы мотают? Так, есть еще кто? Я же не думаю, что они будут бесконечно лезть. Так, еще один снайпер. Чпуньк. Отлично. Нет больше снайпера. Я сейчас отключится. Я думаю, наверное, стоит подождать, да? Пока у меня ночное видение сейчас включится. Я пока вот здесь соберу. Так. Так. Отлично. Окей, ночное видение у меня готово. Так. А, со снайперкой вот так медленно ходят, получается. Там я кого-то видел, погоди. Вон он, вон он, вон он. Готов. Готов. Так. Снайперка, мне надо на дальнее расстояние посмотреть, есть кто? Да, почему у меня херово работает эта правая кнопка мыши? Вот она... Вот что с ним? Задрала. Как целиться, когда
такая дичь с мышкой происходит. Так, ладно, давай попробуем пройти. Я думаю, наверное, здесь по краешку пойдем. Я не думаю же, что настолько много их здесь. Аккуратненько. Так, я патроны сейчас для снайперки. Я предполагаю, это снайпер. Нихера, это еще и базука. Опа. Карточка. А он там кто? Тоже с базукой? Каким он... Бляха! Говнюк, а? Он один? Вот это снайпер. Так, я так полагаю, дверь, наверное, где-то внизу. Да, не она вообще. Не, у меня стрелка показывает он туда куда-то. Вон дверь это вот это. Ладно, сохранку мне быстро. Отлично. Какая послушная игра-то. Ну-ка, давай-то. Ты слышал? Готово. Бляха, 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 бляха. Ух ты, сколько их развелось тут. Понятно, почему дверь была на карточку закрыта. Чтоб не выпустить вот это вот все. Так, я не слышу пока этих шагов никаких. Как вариант, они все равно могут быть здесь. Так, ладно, пока нормуль, пока нормуль. Тут у нас снайперка. Отлично, патроны. Снайперка всегда пригодится. Снайперка пригодится всегда. Бляха, выход на улицу, что ли? Ой, не люблю я улицу, ой, не люблю. Ой, там дичь какая-то. Ой, народу-то. Ой, народу-то. Так, снайперка, быстро. Так. Будем гасить. Я так полагаю, это у нас снайпер. Он меня, кстати, поджидает. Опа, 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 опа. Вот это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Готово. Там целая куча народу, короче, сбросили. Нет, урод. Урод, урод, урод! Нет, гранату! Зачем мне гранату? Забери ее себе обратно. Не нужна мне твоя граната. У меня свои есть. Да бляха, почему я перезаряжаюсь вечно? Не вовремя. Смотри, я сейчас начну перезаряжаться и выбежит. Нет? Да их больше сбросило. Их сбросили больше, не три человека. Где они все? Угу. Отлично. Бляха, попала. Есть там еще? Меня кто-то видит? А, меня видят вон те. Понятно. Там больше нет никого, да?
Понятно, я когда выхожу из-за угла, меня видят, начинает играть барабаны. Музыка из Джуманджи. Так, ладно. Юра такой меткий, ты чё? И снял-то мне до хера. Так. Блин, я его там не вижу. Его убил? Перушки. Ну, допустим. Кто стреляет? Стреляет отсюда, здесь по мне. Блин, отсюда? Да с... Пока. Он еще бежит. Ох ты, падла. Че, коленка не простреливает, сути? Окей. Снайпер. О, нет, тихо. Это с этим. С этим. Умри. С базукой. Он еще бежит, вижу. А-а-а! Да в смысле? Три патрона просто впустую, короче. Ну-ка еще. Хера там звук такой. Готово. Есть еще кто? Помощь, бинокль. Ну вот один вон там. Я надеюсь, что он последний остался. Давайте испытаем судьбу. Испытай свою судьбу, называется. Так, где ты? Его не вижу. Как так? Как, мать его, так? Не получается вон туда. Тихо. Бляха! Нет, только не убивай, пожалуйста! Не надо мне этого! Урод! Хера он. Говнюк, покажись. А, я тебя вижу. Да в смысле? Задрал этот прицел. На. Все. Надеюсь, теперь путь свободен. Можно было бы, в принципе, заглянуть вон туда. Может, там какие-то ништяки есть. Да нет! Вертолета мне не надо, пожалуйста. Ну, короче, сейчас быстро-быстро осматривать. Так, отлично, аптечка, гранаты. Так. И валить туда. Нахер эту вертушку, короче. Где она? Кто сейчас сбросит опять этих подкрепления и будет жопа. Джопа. Так, патроны от базуки у меня есть, я туда не полезу. Я, наверное, патрончики здесь сейчас соберу. Пока есть возможность, да? Патрончики. Поскребу по сусекам броньку. И ништяк. И все будет ништяк. Так.
Два здоровяка такие лежат. Но они без базук, да? Не сильно опасны, в принципе. Вот которые с базуками. И опасны. Кригер Корп. Кригер Корпорейшн. Охранка. Яха. Ой, дичь. Роды. Ай, ай! Допустим. Допустим. А-а-а. Быстрее! Там еще это. Монстрка. Да в смысле? Я не могу попасть по нему. Надо побежал, говна, кусок. Почему ты не стал перезаряжаться, ну? А вот пощелкал только. Дебила, кусок. Так, попробую, короче, это, пробежать. Что за звуки-то? Здоровяк. Он без базуки получит. Блин! Что? Че вы такие? Бля! Нет. Бронированные твари. Ложись, граната. Граната, граната. Это я только двоих убил, прикинь. Бляха. Почему здесь нет слоумо? Тихо, 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 тихо. Готово. Так, а куда мне? Куда мне? Ааа, нет, дядя! Ух ты, нихера я его вниз. Так, они наверху, не? Ляха! Куда мне, в эту дверь? В большую? Выкурить его оттуда! Не надо. Позязя, не надо. Быстрей, 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 быстрей! Что он делает? А я знаю, что ты дрочишь. Не дрочу, я не дрочу. Эй, друг, ты жив? Отлично. Хорошо. Хорошо. Все? Больше вас нет? Так, аккуратненько сейчас соберу быстренько. Так, я так полагаю, в эту дверь, да? Нет? А куда? Понятно. Понятно. И куда? Так, это ведет куда-то непонятно в сторону. Мне надо прямо. Решетка, наверное, не ломается, да? Это чисто спокойно? Бляха, кости. Ой, чувствую, сейчас будет дичь. Ой, чувствую, сейчас будет дичь. Так, мне сюда? А как мне? Куда мне? Может, взорвать?
взрыв-то и... Как? Да. А.